Приветствую вас на канале Asmodee Play. Может, вы искали другой канал, но попали именно сюда. Ретро-игры и не только вы найдете на нашем канале, то есть на нашем, а на моем канале. Да, вы найдете. Канал молодой, только в развитии. Так что давайте будем доказывать, что старые игры ничем не хуже новых. Итак, здесь я пользуюсь телепортом, чтобы не утруждать вас в своей поездке, потому что ездок я еще тот, да и тем более время. Поэтому только прохождение миссии. Так, мы подъехали к месту встречи. Смотрим, что нас здесь ожидает, данная миссия. В общем, я так понимаю, у нас есть два варианта. Гаси всех нахрен! Вариантов нет. Ибо мы маньяки. На острие атаки. Найди этого толстяка Чарли. Окей, на. Так. Толстяка Чарли, так Чарли. Вот здесь вот он. Опа! Блин, он где-то наверху, да? Блин, а как мне туда зайти? Где-то... Ага. Ну, давайте вот, вот дверь. Я даже не знаю, надо пойти взорвать все эти машины. Давайте вот так. У меня есть гранаты. Посмотрим, что будет. Будет. Все взорвались машины. На, еще одна. Вот так. Если вдруг он решит бежать, да хоть чтоб машины не осталось. Так. Этот загорелся, и то хорошо. Броню мне, блин, посносили. Да, я их не вижу, извиняюсь. Где-то кто-то еще есть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Хребет ему перестрелил. Перестрелял. Прострелил, как правильно сказать-то. Ты жив, нет? Кто по мне стреляет? Кто по мне стреляет, я сказал? Не вижу. Да что твою мать-то, прыгай, твою ж мать, ты чё застрял? Олень! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие грубые слова. Мы такое не приемлем. Броник есть, броник есть. Есть. Так, одного подбили. Где приветственные слова? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Мы опять вниз, да? Почему? Нам оружие, ой, нам подружие, патронов не жалко нам. Мы же свою жизнь оберегаем. Поэтому не жалеем никакого оружия, никаких патронов, сколько бы это ни стоило. Поэтому никогда не жалейте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ни хрена с меня снял. Кто? Где? 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 На! 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 Давай! Еще разок. Я надеюсь, все погибли. Блин! Ладно, перемотаем. Итак, давайте посмотрим,
Что нам надо тут вот это тело доставить? Ой-ой-ой, что это случилось? Прогрузка. Это случилась прогрузка. У меня хороший пистолет. У меня есть наган, потому что я хулиган. Так. Давай, вот в такси. Садись. Он нам не откажет. Это добрый таксист. Едем. Едем. Я плачу. Приехали. Так, ну и чё? Оплата проезда. Так, мы прибыли. О, я так думаю, нам надо на машине, да, прибыть? А, нет. Надо, чтобы ты, тварь, подошел. Так, у нас есть два варианта. У нас есть, найдите толстяка Чарли. У нас всегда есть один только вариант. Так, будем отстреливаться. Ой-ой-ой-ой. Так. Толстяк Чарли. Вот тот. Не получилось, да? Не получилось. Перестреляю всех. Блин, это первый, который мне попался. Давай. Второй на лестнице, нет? Ой-ой-ой. Ой, какая грубость. Я к вам с добрыми намерениями перебить вас просто, не обзывая. А вы со мной так? Так. Кто еще? Есть. Где ты? Пристрелил. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, на этом этаже я закончил, нет? Меня вот что интересует. Закончил или нет? Почему так неординарно все? Давай, где ты? Блин. То, что я вас не вижу, не надо этим пользоваться. Давай. В бошку. Пристрелил еще одного. Кто еще тут у дыры? Так, соберем. Что это? Какое оружие, я не знаю, но какое бы ни было, надо собрать. Так, это я тебя вижу. В голову вроде попал. Дай-то бог. Дай-то бог попал в голову. Так, блин, вот такой участок какой-то непонятный. Легко попасть. Легко попасть, легко упасть. Давай перезарядим рожок. И вперед. По лестнице. Давай. Ты мой. Ага, твой, конечно. На тебе, твой. Нормально? У тебя не жопа, а решето теперь стало. Тебя это устраивает? Блин, поэтому ты не попал ни разу. Вот так. По локтю, по локтю. Выбили туда. Теперь давай вот так.
Так, теперь-то у вас поменьше, надеюсь, будет. Маза фака. Я тебе дам фака, маза. Я столько на вас оружия перевел. Столько средств, припасов и нервов, что вы мне все обязаны здесь. Все обязаны. Так. На. На. Так, ты прыгнул туда, вниз. На. Блин, за тобой идти-то хорошо тогда. Тебя прикрывают солдаты какие-то. Ты у них якобы генерал. Так, где ты еще? Где? Где? Я не вижу тебя. Хотя ты вот он. Где? Блин, наверху. Так. Как тебя, тварь, достать-то? Раз ты наверху. Давай-ка вот так. Залезем сюда для начала. По мне стреляют, стреляют, стреляют. Так. Могу ли я здесь его подбить? Я не могу вцепиться. Не могу. А, нет, смотрите, вцепился. Ну-ка, давай-ка. Лезем, лезем, лезем наверх. Это, надеюсь, ты. Сейчас я тебя из винтовки попробую убить. Не беспокойтесь. Раз, два, три. Три тела. Три тела попробую вас всех завалить. Никого не обойду. Так что не переживайте. Так. Первый. Пошел. Второй. Пошел. Аптечка. Как мне это нравится. Так, я троих видел. Ох ты, где ты спрятался? Так, скрылся, да? Ну-ка, слазим. Так, себе мы обезопасили спуск. Вот он, блин. Ладно. Сейчас попробуем на ближайшем мостке слезть и подстрелить эту тварь. Если, конечно, у нас получится. Нет, не получается. Прошу прощения. Так, берем опять оружие помощнее. Передвигаемся быстрее. Кто по мне стреляет? Сейчас-то, кто по мне стреляет? Давай, вверх.
Вон там наверху тело стоит, это я точно знаю. Я его видел. Вот так. И вот здесь я видел. Вот она, аптечка. Это мы возьмем. Так, и вот здесь вот он, тварь, прячется. Давайте-ка его прихлопнем. Опаньки. Блин. Еще вверх. Хорошо. Ну, лезь. Вот так. Финал с боссом, так сказать. Кого я должен убить? Давай. Вот так вот, на тебе. Надеюсь, всех подбил. Всех убил. Никого не обделил. Вниз. Вниз, вниз, вниз. Бух. Как в фильмах. Здорово. Готэм. В процветание. Так, сохранение прошло. Телепортируемся. Дамы и господа, мы на очередном задании возьмем. Так, малыш Джейкоб нам прислал письмо. Давайте посмотрим, что там. Я не сомневаюсь, что там что-то хорошее. Так. Меню. Ой. Сообщение. Если деньги нужны, звони. Ну, если надо будет, я позвоню, конечно. Так, отвезите Белла. Давай, поехали. Сейчас до ближайшего такси доедем. Да, я тебя пересажу. Был. Так, миссия у нас, значит, такая. Ага. Ну, давайте с промзон он выйдем. Вот так, вот так, вот так. Где тут выезд? И напрямки. Трюка нет? Трюка не должно быть. Вау! Стоп! А мне не нужен трюк, мне нужно такси. Вот так. Сели в такси, сели, поели и дальше пошли. Вот мы и доехали, докуда нам надобно. Давайте, проезд оплачен, иди сюда, шкура, где ты? Так. Я так понимаю, мне на такси надо или что, или ты, а ты, тварь, не хотел вылазить. Ах ты скотина, от как о тебе хорошего мнения еще быть. В этого дома мы уже были. Сюда тачку один раз отвозили. Ой, следуйте за Беллом. Хорошо. Будем. Не дайте что-то там, кому-то там. Ну, раз он у нас синий, я так понял, мы его должны защищать. Ну, давайте будем защищать. Не стреляй, не стреляй. Зачем? Зачем ты это делаешь? Наше дело ехать спокойненько за ним. И все. Вот и будем, не привлекая внимания, двигаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Так? Или это враги? Враги, наверное, были, да? Парень, отвали, без тебя забот хватает. Давай-ка давайте посмотрим, что у нас. Что сделать-то надо. Следите, не дайте федералам поймать его. Ой, господи, всего-то. А потом уйдите от федералов еще. Надеюсь, ты не отстреливаешься там. Не делаешь такой глупости. По колесам стреляй. Не надо в них, стреляй по колесам. Чтоб они отстали. И все.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, это сложновато, конечно, устраивать. Приходится ехать тупо за ними. Тихо, тихо, тихо. Еще немножечко, еще чуть-чуть. Я должен ментов бортовать, что ли, или как? Не дайте федералам схватить его. Я не настолько преданный сюзерен, своему сюзерену, чтобы так воинствовать против ментов на его основе. Ну вот, вот. Есть же шанс, есть шанс, что оторветесь. Зачем ты стреляешь? Зачем? Для чего? Господи, вот из-за таких, как ты, и в основном проблемы-то и происходят у всех. Когда можно решить все мирным путем, ты начинаешь устраивать войну и стрельбу. Ты пойми, что их много, а я-то один. Вот опять, опять. А кому стрелять, неизвестно. Ну-ка, радио, работаешь? Вот, вот это вроде самое. Нет, не это. Нет, не это. Ехать, ехать. Поворот. Вот сюда. И прямо. Должно само то быть. Блин, блинский. Я где тебя ловить-то должен? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бэйл, да, я тебя слушаю. Нужно бросить тачку пешком уходить, когда я стану тормозить машину за мной. Блин, за тобой еще. Ладно, давай. Будем пробовать. Тачка у меня живая еще. Менты вроде не лютуют. Осталось только дело за тобой. Где ты? Ну где ты? Твою ж мать-то. Козлина, ты где? Вот он ты. Ника, хватайте барахло из багажника, беги за мной, нужно будет воспользоваться фургоном. Давай, нужно будет, воспользуемся. Ну, вот я весь ваш. И что дальше? Сваливаем. Конечно, сваливаем. Давай, на. Еще разок. На. Так, поменьше стало. Давайте, 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 уходим, уходим. Давайте, вы бегите, я за вами. В кого вы стреляете? Я никого не вижу. Давай, давай, не тормози. Что у нас здесь? Сядьте в фургон, оторвитесь от полиции.
Это что за фургон-то такой? Господи, какой он убогий. Так. Вот так. На. Блин, так себе 4-5 звезд насобираем, потом, ага, хрен вообще куда уедем. Ты сможешь оторваться от этих копов? Ну, наверное. Блин, тут вертолет. Сможешь оторваться. Почему именно в фургоне? Блин, блински, пока развернешься. Так, давайте-ка телепортируем. Итак, наша машина подгорает. Потушим. Потому что нам надо будет удирать, все равно не на ней. Нам надо машину поменять. Срочно. Поверьте мне. На этих дисках еще никто не убегал. Любая машина подойдет, которая, у которой есть колеса. Давай. Сядьте в машину. Ну ты серьезно, что ли? Миссия такая. Ладно, давайте мотанем. Так. На. Блин. Бежим, бежим. Некогда останавливаться нам тут. Воспоминаниям предаваться. Еще. Блин. Еще. Давайте. Бежим. Бежим. Вы бы знали, сколько денег стоят эти снаряды, вы бы бежали бы вперед всех. Так, все, садимся, едем. Главное, чтобы нас сейчас не сбили туда, опять в яму. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, давайте, надо оторваться. Всего лишь надо оторваться. Да, это сложновато может быть, но нам надо это сделать. Рвем когти. Блин, три звезды. Большое поле, да? Большое. Блин, это как мне? Как-то сюда. Теперь вот сюда. Уходим в трущобы. Блин. Меню, контакты. Нет, контакты. Фрэнсис. Уход от погони. Сможешь? Бесполезно это существо. Оставьте сообщение. Ну а смысл тогда от тебя? Ой-ой-ой. Я думаю, я смогу успеть прорваться. Нет, не успел, блин. Это плохо. Это кто меня? Вертолет преследует, да, наверное? Так, надо вправо уходить. Уходим вправо. Вот так вот. Но уже. Господи, ладно, ушли и ушли. Хотя бы задним ходом давай. Nico, you don't
Еще разок. Еще разок. Чуть-чуть. Блин. Давай. Вот так, вырулили. Фу. Куда нам ехать? Давай, рассказывай, куда нам ехать. Так, для начала надо спуститься вниз. Хорошо. Вот так и спустимся сейчас. Давай, 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 давай. Успеем, сможем. Верим в себя. Иху! Вот и все. Вот так мы. Плоховато, ничего страшного, мы сюда не ради трюка приехали. Ну, едем на квартиру, теперь перематываем. Так, и вот мы прибыли. Давайте поставим машину. Ника, этот героин принесет нам кучу денег. Ну, вам-то может и принесет, а мне-то от этого ни холодно, ни жарко. На этом все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Обязательно пишем в комментариях, кто как проходил эту миссию. Пока!